Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Приморского края Олега Кожемяка состоялась в Владивостоке в среду 13 апреля. Главной темой переговоров стало сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России, реализация текущих проектов и новые направления взаимодействия. Это, прежде всего, заслуга Владимира Владимировича, что мне выпало на новом витке нашего развития побывать, честь такая выпала, побывать на краю нашего общего отечества. Мы всегда говорим, от Бреста до Владивостока. Ну вот, наше общее отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства и демонстрируют возможности построения вот этого единства. По словам губернатора Олега Кожемяка, Приморский край планирует закупить в 2022 году у Республики Беларусь 21 самосвал БелАЗ. Также в регионе могут создать единый сервисный центр для обслуживания техники из Белоруссии. Губернатор отметил, что такой центр необходим с учетом закрытия для России рынков Японии и Кореи. Я рад, что все-таки Беларусь будет прирастать Приморьем в экономическом плане. Вот, и мы серьезно намерены здесь работать. Александр Лукашенко подчеркнул, что Владивосток – город с развитой инфраструктурой, место, где живут очень активные люди, а значит, здесь есть все возможности для успешной реализации совместных проектов. Также президент Республики Беларусь заявил о желании принять участие в 7-м Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдет в сентябре этого года на острове Русский во Владивостоке. Анна Дьякова, новости на 8-м.